Ну что, друзья, грядут великие перемены, как говорится. Я всех приветствую, с вами Булкин, и добро пожаловать на новенькую серию по самчику. Играем, как всегда, на GTA Trinity, сервер номер один. И знаете, друзья, уже, ну, как почти месяц прошел, как я переехал в реальной жизни. Уже, наверное, большинство привыкло к этому фону новому, и, в общем-то, я потихонечку обживаюсь. Но вы помните, что как только я переехал... Ку, привет! Привет, привет. А как только я переехал, я как раз записал серию по самчику и, соответственно, сказал вам, что я буду выставлять свой дом на продажу. Очень долго все равно я решался, потому что, знаете, вот этот особнячок, которым я, собственно, ну, практически всю свою жизнь, играя на Тринити, помочь с переездом. Ну, я как раз хату на продажу выставлять сейчас буду. Если он, конечно, имеет в виду переезд в Сампе. Короче, друзья, я думаю, что пришло время менять этот особняк, потому что, честно... Добрый день, здравствуйте, здравствуйте. Я не знаю, может быть, сейчас кто-то сразу его купит, но в любом случае, друзья, мистер Булочкин, так точно, так? А почему написал Рота? Ребят, не могу привыкнуть еще к новой клавиатуре, вот я поэтому, на самом деле, не люблю менять девайсы. Серия, да. Поэтому, ребят, пришло время менять хату на Тринити. Я, кстати, вас помните, просил, если, ну, вдруг кто-то продает какой-нибудь домик интересный. Я причем хочу переехать просто именно в сельскую местность. Мне не важно, на Вайнвуде, не на Вайнвуде, сколько он будет стоить, тоже не важно. Ну, в том плане, что я не хочу себе какой-то дорогой особняк. Платон Красовитов, привет тебе. Привет. Я просто вот попросил вас, посмотрел то, что вы поскидывали. Огромное спасибо. И, в общем-то, честно говоря, определиться тоже сложно. Но! Сейчас бы... Сейчас бы самый неподходящий момент крашится. Строитель Олег прибыл. Он по с переездом. Здравствуй! Здравствуй, строитель Олег! Блять, я вообще не попадаю. Строитель Олег. Здравствуй, строитель Олег. Переезд пока не планируется. Лишь крот Анатолий пришел копать яму, блять. Иди помойся. Переезд пока не планируется, лишь выставляю свое логово, так сказать, на продажу. А предлагает вам взять у него мыло. Спасибо, пойдемте помоемся реально. Где у меня ванна-то, блядь? Я уже столько... Да-да-да-да, я уже в курсе этой команды, друзья. Короче, сейчас будем выставлять... Где у меня ванна, блядь? Напоследок, так сказать, приму, блядь, я забыл, где у меня ванна. Столько уже не мылся, что пиздец, воняю. Бля, неужели это случилось, пацаны? Можно было отдельно... Бля, где у меня ванна-то, ё? Сюда! Почему чуваки знают лучше, чем я? Где, бля? А, вот, точно, блядь, в натуре. Так, куда вышел? Так. Я, конечно, не стеснительный парень, но... А, точно, блядь. Еще шауэр вел, блядь, шауэр, сейчас бы ша... Так, как раздеться? Подожди, подожди, сейчас все будет. Снять. Так, все. О-хо-хо. Take swap. Пацаны, обучение. Я же мылся, почему я... Так. Ой, подожди, сейчас. Сейчас, да, все. Я знал, я мылся уже, пацаны, я отвечаю, я мылся. Его показан в домике. Я хочу, так сказать, хочу подобрать на свой вкус чисто, что понравится. Элитка не нужна, не нужна. Я хочу просто такой, знаете, семейный пиздатый. Бля, пацаны, я в натуре помылся. Вы не представляете, но я это сделал. Только все равно почему-то мухи летают, блядь. Уровень гигиены был устан... А, мухи остались там, все, да, нормально. Так, надо одеться. Так, ладно. Ну шо. Момент истины. Погнали на улицу. Все, ребят, я с мылом прям в руках и останусь. Мне нравится, когда у меня пальчики это самое. Так, все. Set sail. Ребят, я очень долго думал, но давайте все-таки с этим местом у меня реально связано. Ну, не то чтобы все связывает. А прикинь, сейчас его кто-то купит. Да, я в курсе. Sail set. Значит, я решил, что я поставлю 5 мульонов. Не знаю, дохуя это или нет, но я так понимаю, что на Вайнвуде стоят дома типа по двадцатку, по десятке и продают. Ну, по крайней мере, я такое слышал. Поэтому меньше 1 кака не ставь. 5 кака норм. 5 кака норм. Не знаю, 5 миллионов, мне кажется, это нормальная цена, не? Или дохуя?
Да, все пишут да. Все, sale set, я думаю, что кто-нибудь купит. 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Вы действительно хотите? Да. Бля. Ну все, ну все. Историческая херня. Историческая херня. Не буду материться, так сказать. Ну, чтобы это... Так, всем привет. Ку-ку, привет. Привет. Ну чё? Ну шо, давайте за мной, кто желает. Кто желает, за это надо выпить. Так, я пока что понял, кто у нас любит тут прибухнуть. Это Джошуа Овсиенко. На данный момент, да, друзья, сегодня у меня М4. Ну так вот, я меняю М-ки, как этот самый. Что, она открытая еще, что ли, добавка? Бля, почему у меня тачки открытые постоянно остаются? Ребят, как думаете? Ну, в общем-то, я в любом случае выложу эту серию. А, я сегодня ее выложу, чтобы... Спасибо. Чтобы... Там заебись ремень, кстати, это самое. Пристегнут. Давайте за мной. За мной. Я в любом случае выложу эту серию сегодня, пацаны, потому что что-то М4 высоковатое, да? В принципе, нормально. Потому что, ну, мало ли кто-то из вас захочет купить. Ну, мне кажется, 5 лямов норм цена, тем более я у ребят спросил. Что, админы на работу? Какие админы? Что, тут админы есть? Где админы? А, админ. Это Крот Евгений или кто там? Подождите, как там Крот Анатолий? Вот, Крот Анатолий и еще кто там приходил помочь мне с переездом. Ребят, короче, я опять же повторюсь. Не знаю, может быть, мы прямо сейчас что-то мне присмотрим, подосмотрим, подыщем. Да, проще будет сказать таким языком, по таким словом выразиться. Что-нибудь подыщем, но я хочу просто спокойно где-нибудь. Во, ММ-19? Какой ММ-19? А, ближайший продающийся дом, мастер поиска домов. Что, блядь? Нихуя себе, блядь. Показывать густо. Так, частные предложения. Следующий этап. Тип. Один. Как я... Нихуя себе! Не, подожди, слишком сложно, блядь. Ближайший дом, сдающийся в аренду. Ближайший... Ну, заебись, блядь. Не, я, конечно, понимаю. Бля, охуеть! Я даже не знал, что такая хрень есть. Фига себе, то есть можно еще и дом подобрать с помощью ММ-9, ну, в смысле... А, подожди, как это называется в этом? 19... Поиск выставленного на продажу или в аренду дом. Охуеть. Нихуя себе, это что такое? Автопарад такси, что ли, не понимаю? Бля, я вот, знаете, временами захожу на Тринити и охуеваю. Что это реально? У них какой-то реально парад, походу. Нормально все? Что за выставка-то, я не понимаю. Бля, заебись. То РПшки какие-то, блядь, с копами постоянно. Не, а с копами это отдельная история. На самом деле, за все время, вот чтобы не спиздануть, я... встретил сомнительных копов. Вот тогда, помните, в квест за 15 минут, который меня просто ни с того ни с сего решили там повязать. Ну, наверное, я не знаю, за все время, ну, раз 5-7 я видел каких-нибудь странных копов, которые там, ну, либо, получается, сейчас снимаешь, да, которые как-то себя весьма, ну, не то чтобы сказать ПРП, фу, блядь, короче, блядь, нормально все будет. Я сказал, значит, так оно и будет. Все, язык ломается. Пацаны, я реально, Сан-Фиера, конечно, стал моим родным домом, но я хочу где-нибудь жить в Лос-Сантосе. Я хочу сейчас прочекать одно место. Я просто хочу небольшой комфортный домик. Я сам не знаю, что я хочу, но я хочу, короче. Блядь, что? А, это у меня мыло так мерцает в руках. Бля, пизда-то, да? О, нихуя карта этого Сан-Андреаса тут. Ай, бля. Короче, ребят, я... о, смотрите, о, Пепе Овсиенко. Кстати, я, по-моему, не передавал привет ему. Слушайте, ну... Ну тут совсем, по-моему, уебанские дома, да? Ну да. Это пиздец. Дом Каталины вроде слетел, мне говорят, что... Бля, ебать, я М-ку разбил. Эти дома вообще тут есть, или они как бы... Ну это пиздец какой-то, бля. Сейчас бы один квадратный метр поселиться. Думаешь... Не, мы можем, конечно, доехать. Опа. Копы патрулируют, блядь. Это опасная хуйня, на самом деле. У них постоянно, вот если я вижу копа, значит... Значит, какая-то дичь планируется. Че, проверим дом Каталины? Да он не мог слететь. Сейчас бы дом Каталины... Он же админский, типа. Че бы он слетел-то? Так, подождите, как отсюда быстрее к дому Каталины-то проехать? Вот так вот же, да? Ехали. Назар заходил вроде. Каталина! Каталина, ведь ты не забыла, Каталина. Ведь ты же помнишь, как все это было, Каталина. Каталина, ведь ты не забыла. Так, вот это гора Каталинская. Каталинская гора, пацаны. Бля, я был бы пиздато, а чего бы он слетел-то?
Если это админский дом. Сейчас бы админский дом слетал, блядь, такое, если честно. Че, пацаны, шел контент, блядь, админ слил свой дом в гос, блядь. Нормальная информация. Бля, он же... Да не, ну вряд ли. Это... А как... Мне... Вы тоже поняли весь прикол, как бы? Мы просто едем, и чувак пишет. Мне тут сообщили, что... Бля, почему я приехал сюда? Бля, сейчас бы не на ту гору запихиваться, заезжать, блядь. Хочешь дом вдали от цивилизации? Это как... Знаете, звучит как реклама какого-то этого. Как будто... Блядь, куда я еду? Ай, сейчас бы, блядь, и кататься по горам не тем, блядь. И не знать карту GTA San Andreas, блядь, легендарный. Ну пизде... Блядь, уебался, сука. М4 расхуярил на... Сейчас бы заблудиться. Сейчас бы... Я все знаю. Сейчас бы заблудиться. Я все знаю. Я понял, куда я еду. В смысле, я понял, что я не туда держу путь. Сейчас, все нормально. Сейчас я найду эту горочку. Все нормально, все под контролем. Я почему-то постоянно путаю это место. Ах, оно это место. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала. И на-на-на-на-на-на-на-на-на. И Дольче Вита, это свадьба была, места мало. А-ля-ля. Ладно, все, хватит. Я понял, что я перепутал горы. Просто они похожи, реально. Я все знаю, я все прекрасно... I am шарю. Так, пацаны, ну это, конечно, мне кажется, сейчас глупо рассчитывать. Я просто теряю свое время. Блин, ну и на самом деле можно. Вы реально много скидывали годных домов, которые реально, вот, блядь, ну не такую вот залупку хотелось бы. Ну что-нибудь побольше, но вот примерно в таком же месте. Я вот хотел бы что-нибудь такое. Вот реально, было бы идеально просто. Идеалити, я бы сказал, просто идеально. Блядь. Пиздец, эмка, смотрите, дамажится. Так, подождите, стоп. Кто машину починил? Точно тут среди нас есть админы или что, я не понимаю? Не понял. Так, подождите, признавайтесь, пацаны. Она сама. Тут 33 админа. 33 админа. Блять, это что? А кто здесь админ-то, я не понимаю, из всех? Как понять-то? Ой, что происходит, блять? Что происходит, я не понимаю. Так, короче. Где дом Каталины, блять? Мы практически приехали. Вот эта гора. Как можно было путать ту гору и эту гору, если тут совершенно разные места? Можешь дом какой глянуть, там было написано? Какой-то дом посоветовали посмотреть. Короче, мне кажется, что я подберу в итоге из того, что вы мне скидывали. Друзья, если вы еще вдруг что-нибудь... Да не будет этот дом продаваться, что это, я не понимаю, с чего бы он продавался. Зеленый, это значит занят, да? Блять, уебался. Ванду будешь развивать? Ну. Блять! Да блять, куда я зашел? Да блять! А че он открыт-то? Так он занят? Угу. Заебись. Купил, блять. Ай, так и знал, что зря все это зря затеяно было. Можно проехать? Просто вот. Ну, блядь, ну почему? Ну, блядь! Короче, ребят, я, наверное, давайте, пусть этот дом продастся мой. Так что я уверен, ну, надеюсь, что кто-нибудь его все-таки купит, наверное, сегодня, когда эта серия дом... Так, сейчас, как там хаос? Хоми 1849. В смысле, нету, блядь. Как там, GP... Как проложить-то? Как, блядь, тут... Я забыл уже команду, нахуй. Хоми, GPS, Х, вот. 1849. 800, так 846 или 849? Окей. А где этот дом находится? Опа! Ну давайте посмотрим. Может быть, это действительно то, что мне нужно. Просто я сам не знаю, что мне нужно. Я просто хочу влюбиться в этот дом. Просто захотеть его и все. Бля, а че так М-ку-то расколбасил со всех сторон? А, я ебанулся, купил М4, устроил краш-тест. У нас тут что, краш-тест? Дорога на Аляску, блядь! Хайвей, горы. Так, ладно. Мне кажется, что мне он не понравится, хотя это не точно. Возможно, что понравится. GPS, Хоми. Хоми, GPS. Ах, ребята. Сначала нужно было продать. Чтобы покупать, нужно продать. Так, ну и чё? Булкинс продал свой дом. Бля, ну такое, кстати. Теплица ебучая, мне только это напрягает. Я здесь тачку буду оставлять в этой теплице. Ах. Блядь, что ж все дома-то открыты? Я, может, не хочу заходить. 2 миллиона рублей? Мне кажется ли это дохуя? Ну, типа, если мой 5? Не?
Бля, ну хуй знает, ребят. Мне кажется, дорого как-то. Так-то может быть и ничего, но хотя не, ну он не стоит 2 миллиона. Если я, либо я свой очень дешево выставил, либо... Бля, ну пиздец. Ай, немножко набуянили. Побуянили. Короче, ребят, я не знаю. Я не знаю. Короче, я не знаю, серьезно. Давайте я еще посмотрю. Посмотрю то, что вы скидывали. И в любом случае что-то в ближайшее время купим. В общем-то, я надеюсь, что... Блин, так плохо прощаться. Ну, так, цена-то... Ну, такое. Мне кажется. Ну, это мое личное мнение. Может, конечно, я что-то не шарю. Такое, блядь. Хотя хер знает. Короче, это, ребят, жаль прощаться с домом, но в следующей серии его уже не будет. Просто реально, сколько времени он у меня был. Вот реально, кто-нибудь, кто найдет, напишите, пожалуйста, в комментариях, вот когда я купил этот дом. Вот дата выхода серии, в которой я купил тот особняк, который у меня сейчас. Я даже понятия, блядь, не имею. Какой это год, какой месяц. Мне кажется, это какой-нибудь, блядь, сентябрь 17-го. Блядь, сентябрь 17-го. Короче, не знаю, это было очень давно. Понял. Какова вероятность была, что на этой дороге я встречу двух байкеров на чоппере, блять, которые едут по вот такой местности. Ребят, огромное спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилась серия. В общем-то, домик, наверное, будет уже... Ну, я не знаю, короче, кому он достанется, за сколько. В смысле, за сколько я знаю, но... Короче, не знаю, я расстроился, блять. Что-то как-то такое, знаете, шаг все-таки. Как-то печально все равно расставаться с этим домом. Увидимся, друзья. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока.